Три. Всем привет, дорогие друзья, с вами iRider и... MLK, Милка, чип-чип-чип. Иди, давай я тебе покажу. Давай. Смотри. Краб-краб. Всем привет, дорогие друзья. Это вообще тупо краб. Ты его купаешь? Стой, чувак, а ты взял свой телефон? Да, я уже все взял. Я аж минут 5 играл. Достань свой телефон. Телефон? А ну, смотри, это iPhone 7, дорогие друзья. Друг привез с Америки. Стой. Посмотри, когда на него сзади смотришь, он будто бы держит бампер для айфона. Бампер. Выкупаешь? Нет? А, бампер. Мне послышалось бампер. Нет, бампер. Посмотри, он просто... Да-да, я вижу. Твой телефон прозрачный полностью. Когда его спереди смотришь, он прорисованный, сзади нет. Сзади ты будто бы стоишь, чувак, я не знаю, со стеклышком увеличительным. А ну, пригнись. Присядь на картоны. Пройдешь, чё как? Просто такое ощущение, что у тебя спина наклонена немножко назад. И я еще одно обратил внимание. Смотри, тот, кто присоединяется к кооперативу, он в камуфляже. А тот, кто типа создатель, он в белой майке и джинсах. А, да. В тапках, я с белыми шнурками. У меня шнурки в камуфляже, понял. Я дикарь. Кстати, в этот раз уже не глючит игра. Да. Видимо, как-то... то, что ты... А что это за топорик там вдали показывает? Ты что-то строил? А, да, идем. Я начал постройку дома на дереве. Стой. Что? Нам нужно будет с тобой, знаешь, что в этом выпуске сделать? Сейчас. В этом выпуске нам нужно будет с тобой... Сейчас, погодь. Нам нужно будет, короче, скрафтить с тобой лук и сходить в пещеру. Бэмби поймать по-любе. Ну, то есть не в этом выпуске. Друзья, будет несколько выпусков по 12-13 минут в связи с тем, что... У нашего Милки Пипки, короче... Страйк, кто-то ему накакал. И еще, дорогие друзья, вы мне очень часто флудите в личку ВКонтакте и спрашиваете, почему при подключении, когда вот к вам на сервер заходит друг, вот, или просто знакомый, у вас выкидывает с сервера, то есть вы не можете нормально поиграть, какие-то баги, зависания, то есть это все за тем, что... Стой! Енот! Что? Енот! Ты что, первый раз его заметил, только увидел? Сдохни! Он что, бессмертный? Ты промазал первый раз. Я его Короче, убил. Это связано... Подожди, стой, а с ним ничего нельзя сделать? Не, ничего не... Я знаю, что с ним можно сделать. С Бэмби то же самое. Смотри, что с ним можно сделать. Оу, oh, е. Yeah. Чеп. Oh, yeah. А, зафилия. Чеп. Оу, е, мадафака. Главное, чтобы YouTube не забанил за это. Да, рассказывай дальше. Я, извините, друзья, перебил торгового пипирку. Давай, Санёк, бомби, Сан Саныч. Ну, короче, это все связано с тем, что вышел только... сука. Что чувак, придется заново начать. Чего? Я запилил. Что сделал? Ладно. Ты завтыкался. Не, все нормально. Короче, это связано с тем, что патч только вышел на днях, и, соответственно, присутствует большое количество багов. Да, багов дохренища на самом-то деле. Поэтому не расстраивайтесь. Со следующим обновлением эти все баги пофиксят, и вы сможете нормально насладиться кооперативным. И да, кстати, такой вот момент для всех подписчиков, которые спрашивали меня по поводу того, откуда у меня такое крутое FPS и прочее. На самом деле у меня не настолько сильный комп, как вы думаете. У меня, i5 3470, то есть третье поколение, 3.1 разогнанный, нет, 3.2. Разогнанный до 3.6, потом 8 гигов оперативки, которые работают в два слоя, то бишь в двух каналах. О, смотри, да. смотри, бежит. Ага, пари. Завалим их? У меня мало выносливости. Блин, а у меня хп мало, стой, надо что-то захавать. Что схавать, чтобы хп пополнить? О, таблетки есть, я бомбанул. У тебя таблетки есть? Да, ты в самолете брал их, дурак, посмотри. Так они мало восстанавливают хп. А, знаешь, в чем прикол? Игра-то и работает плавно, но... что-то у тебя либо с нетом, либо чё, Бэмби и прочие писюки, которые бегают, они бегают очень медленно. Стой, смотри, какой там остров! Блин, погоди, у меня Блин. Ай, тю, я не на ту кнопку нажимал. Чувак, а если... Вообще, знаешь, что было бы в идеале, конечно? Если бы на том острове был по центру дерево, короче, было, ему бы там дом построили, вот это было бы тема, а я тебе кричу так вообще. можно. Стой, чувак, ко мне вернулась старая болезнь. Санёк... Старая болезнь у меня, смотри. Сейчас покажу. Смотри, что? блин, сейчас. Болезнь? Сейчас, иди за мной. Сейчас, где оно? Сейчас, стой.
Погодь. Ой, ой, мне малыча звонит. Ой. Подожди секундочку. Зайка, наберу через 5 минут, хорошо? Так. Сейчас, Санёк, сейчас покажу. Ну что ж такое, чего она никак не начнется? Давай кого-нибудь убьем и зажарим мясо. Сейчас, погодь, погодь, погодь. У меня тут, да, у меня есть, кстати, заяц. А, так он сейчас. Положил его на костер. Сейчас, 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 сейчас. У тебя черный экран или что? Нет, ко мне старая проблема вернулась, но она почему-то не возвращается. Стой, я не могу ее обнаружить. Что за проблема? Да есть одна, сейчас покажу, чувак. Именно поржёшь. В игре или с компом что-то? Да, в игре. Короче, обычно у меня... Подходи ко мне, смотри. Ну? Обычно у меня бывает такая тема, как каменная диарея. Но сейчас у меня почему-то я палками сру. Ты ничем не срёшь. Хочу тебя огорчить. Чувак, отвечаю, камнями срёт. Ой, господи, палками. Сейчас, погодь секундочку. Ты у меня просто стоишь, ничего не делаешь. Так я ничего и не делал. Я писал смс. А. Ты меня не порежешь. Сейчас тебя побрею, парень. В глаза смотри. Бородой. Смотрю в глаза, а не на член смотри. У тебя глаза как у обкуренного какого-то нарко. Пустые такие. И только, только зрачки светятся. Так, сейчас, секундочку. Опять твой кариес. Пусто чернодыре. Чувак, тут твою вставную челюсть видно. Так, все, давай, хватит. Ну, я ее у бабушки отдал. Хватит гомосятины. Там, кстати, шабаш. Го, соорудим костер, похаваем и продолжим посмотреть. Смотри, 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 смотри. Давай, давай, так, где костерчик? Я уже не помню. Блин. Стоп, где-то вот здесь. А, вот, 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 иди ко мне. Где? Где? Бегу. Прыгаю. На-н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 а
уже. Мяско. Интересно, кстати, мы будем брать один кусок мяса? Ну, типа, он будет на два множиться или нет? Вряд ли. Я вообще сейчас не вижу на костре, чтобы ты что-нибудь положил. О, енотик, привет, заяц. О, заяц, заяц, прямо... Смотри, класс, он встал возле меня, смотри, енотик. Енот? Енотик, у тебя уши какие-то странные, енот. Это из серии... Он меня нюхает, чувак, он меня нюхает. Не гони. Кстати, надо помыться сходить, у нас с тобой руки в крови. Вот, ты захавал только что зайца. Я не захавал, я положил на костер. А я захавал, о, хорош. Ох, как быстро потемнело. Смотри, смотри, они... Чувак, там человека-поезд, посмотри. Сейчас, мне похавать надо. Человека-поезд опять? Да, видишь? Ты смотрел хотя бы один мой выпуск, чувак? Да, я помню. Помнишь, это человека-поезд? Человека-поезд. Против них работает... Кстати, наркоман Павлик против них больше не работает. Все. Смотри, когда ты подходишь к ним на картонах, помнишь, я лепил видос, типа, что это как способ бессмертия? А, да-да-да, уже больше не работает, к сожалению, зараза. А ну-ка. Они спалят нас, не? Да, походу, да. Ой, они как-то на воде расплываются на фоне воды. Да. Ну, посмотри на небо. А, красивое. Офигенно. Небо, конечно. Блин. Красота. Да, ты что, какие звезды, блин. Ого, короче, у этого озера, у воды прям, я когда срубливал деревья, то там много... Поленяк, да? Их, да. Бревен? Вон, смотри, в воде прям. О, в натуре вижу. Около 5 штук. В натуре. Блин, посмотри, их две стаи. Ого. Они, возможно, будут драться между собой. Три стаи, капец. Сколько чего? Их? Нам нужно с тобой быстренько дом достроить, потому что они нам попы порвут. Так, я больше не вижу там. Стой, нужно яркость поставить побольше. Яркость. Тотем яркость. Надо построить. Яркость, кстати, не работает, нифига. Нет? Ты чай, бред какой-то, это уже он, который патч выходит, до сих пор яркость так и не пофиксили. Дебилы безмозглые. Да вообще не говори. Волчьи ягоды, пошли в жопу отсюда. Давай я ему... Ох, я его сейчас накажу, стой. А, о, как раз. О, да, мой сладенький. Смотри, тот сзади смотрит на это. Смотри. Баба смотрит на это, как я издеваюсь над ее парнем. Он тебе тоже такое делал, да, девочка? Да. Ты посмотри, она... Ты видел ее скорость? Как она как в фильме... Этот, господи. Звонок. Да. Такая ходит. Да ну ее в жопу, я манал такие. Посмотри, эти дебилы по воде ходят. Сзади. Чувак, ее надо ухандошить. Давай ухандошим ее нахуй. Блин, лагает немного. Давай, короче.
Давай, ты блин, ого. Напал. Тихо, я сзади. Ой, ты меня коцнул. Паровоз, паровоз напал. Ой, ой. Паровоз. Так, тихо, тихо, может, тихо. Отступим на время? Да, ну и в жопу, чувак. Посмотри, те там дебилоиды ходят, блин, с фонариками. Я слышу аборигены. Нифига себе аборигены, какие прокачанные. А, и вот, друзья, я потерялся. Короче, по поводу моего компа. У меня видеокарта GTX 660 Ti Overclocked. Одна из самых, пожалуй, быстрых видеокарт NVIDIA. С частотой тактовой 1111 МГц. То бишь она дохренища сильная. Но тут вся прелесть идет не в этом. Прелесть съемки. Shadow Play. Появилась такая штука с 650-й версией видеокарты. Вот, она поддержит аппаратное ускорение H264, что вообще не хавает FPS, она чисто работает за счет самой видюхи. То есть она сама по себе пилит в режиме, скажем так, я не знаю, каком-то супер потужном режиме. Вот. И эта падла, короче, не хавает FPS. В общем, вся шутка юмора. Вот такие дела у нас у нашего айрайдера. Да. Помоги достроить ловушку, плиз. Давай, давай, сейчас, я еще одну палку не хватает. Что там по времени? Две палки не хватает. Сейчас, еще минутку. Так быстро. О, с классным звуком. Пуль. Еще присутствует, ребята, такой небольшой баг, когда вот вы срубливаете дерево, оно падает, и вот именно время падения, оно увеличивается, вот, точнее, блин, слово вылетело. Удлиняется, короче. Да, кстати, оно такое какое-то длинное становится. Чувак, ты нашел вообще те бревна, которые попадали? Ну да, в озере. Вот, все, я достроил ловушку. Ой, чувак, вот они. Давай, станем просто за ловушкой и ждем их. Так, она сработает в нашу сторону, понимаешь? Да? Надо заманить их на эту сторону и перейти на ту нам. Ну, чувак, ну мы в инвизе, короче, просто присядь и зажми правую кнопку, пошли в жопу. Они удрали, смотри. Вот, и пошли на ту сторону. Идем. А теперь давай я буду их ловить. Here, пиги. Что-то они разбежались так. Here, пиги. Пиги. Peggy 16. Peggy 16. Мне больше всего нравилось, типа, EA Sports. This is game. Sports. Или, вот это вот, типа, EA Games. Challenge everything. И, типа, видос, типа, один штрих есть. Я его, ну, типа, один ютубер, от которого я тащусь. Вообще дико. Рейдер. Рейдер, типа, якобы расхититель или как-то так. Это, короче, в переводе. И в чем прикол? У него жесткие троллинги постоянно. И, короче, и он, типа, постоянно стебался над Battlefield 3 по поводу того, сколько там глюков. И такой, типа, EA Games, fuck up everything, понял? Так, все. Что ж, дорогие друзья, видос подходит к концу. Вот, это был уже второй выпуск того, как мы с Саньком раздаем говна. И буквально через секунду начнется третий видос. Никуда не уходите. С вами был iRider и... MLK, Милка, чип. Ну, а у меня это третий видос по счету. И мы начнем сразу пилить четвертый видос. Вот, так что все, ребзи. Ожидайте его скоро. Все, я остановил. Окей, всем спасибо за и просмотр. И снова.